Привет, и от Reborn. На одном из моих последних стримов мой подписчик Майкл через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Момем, который называется «Я лауч, your restart». Я не знаю, что это такое, тут нету у нас никаких субтитров, а я так понимаю, это американский канал какой-то. Вот, но это, я так думаю, здесь будет просто шутеечки. Давай что, давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то ржаченькое. Поехали! Блин, это же больно. Стоит, сидит и смеется такой. Ну все, это уже все равно типа неизбежно. Петый чел. Так. Че он там всем сделал? Ой, петый папка. Это я помню, ловить будет. Оп. Нет, нифига себе, он чуть не улетел. Ты что, ты глупая, что ли? Капец. Хрень. Кря. Ой, бедняга. Да, так сождающий смотрит. Ой! Откусил! У него же зубы есть, ты что думала? Сука. И... Ай, ки вонтаджи де грита! Бедняга! Так. Пипи и каки в Пипи Какаланд. Бедный песик. Что ты на собакой издеваешься? Отстань от него. Так. Он just wait. What's the car? Что-то мне показывают, я не понимаю, типа, настолько нельзя показывать на это на ютубе, что ли, или что он наш мутит. Блин. А, потому что ударяется, наверное, да? А нафиг вообще тогда надо было такое вставлять? Не знаю. Ой. Смотри, Маш, вперед. Как будто я лег на перину. Это рыба? Ой, там мышь, я так понимаю, была, или кто? Ой, бедняга. Ой. Ой. Так что? Мне-то за что? Ой. Какая прелесть. Сэр. Неплохо. Это как из мультика из какого-то. Бедный пес. Ай, ой, боль. Блин, бедняк. Ему же больно. Ай. All right, bro, good night. Good night. All right. Oh, shoot, I forgot to get my water. Just a few, yeah? Oi, I played Kiraqua. I'm a school girl. Oi. Это же страшный капец. Ой, я, блядь! Что за херня? Как она прыгнула? This is a little one.
Господи! Бедная кошка. Я представляю, как это выглядит со стороны вообще все. Киса. О, какая маленькая. Это было страшно. О, бедняга. Блин, ему же больно. На! Слушай, а почему я это не скрыл? Все остальное скрывалось, здесь нет. Почему? Это же больно, что я смеюсь. Добрый вечер. И свалилась. Ну и ебанько. Ты еще и русский. Ой, сука. Ой, господи. Ор. Минк-минк-минк. Ты что, охренел, человек, да? Напит такая же фигня, типа, как из предыдущей, ну, типа, с кошкой. Типа, зачем вот так вот делать, непонятно. Ну. Ой, какая прелесть! Я не могу, я обожаю таких кисок. Мяу. Мяу. Так недовольна еще. Я не понял, у девочки рук нету, что ли? Пипец. А зачем такое показывать вообще? Это пиздец. Ой. Ну, не знаю, такое себе тоже было. Oh my god, it's raining. He's going... Oh my god, look at him go. Oh my god, there he goes. Okay, okay, do it. Не понял, там что, реально его молния ударила или? Да жопа, конечно. Какая жизнь. И упал, ой. Охренело. Какая прелесть. Оп, ты чё? Бедная уточка. Тут у нее, конечно, сосиска, блин, а не нос. Капец-то больно. Да-да-да-да-да-да-да. Ой, бедняга. Ой, блядь, еще. Все разбило, да?
Сори. Блин, ну не видно. Ай, блин, это орда вообще видос. Им всего месяц, и тут 5 миллионов просмотров. Офигеть, просто какой-то ор. Ай, спасибо большое за компиляцию. Были, какие, конечно, пару моментов, которые вообще не смешные, вот про инвалидов. Ну, не знаю, как над таким смеяться можно. Все остальное практически было мега угарно. Вот только непонятно, зачем он вставлял моменты, где замазывал. Ну, типа, это же компиляции, их можно было просто вырезать и заменить, например, на какие-нибудь другие. Очень странно. Но в любом случае, я от души поржал, спасибо большое автору, спасибо большое Майклу за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн, спасибо за просмотр. Пока.